there's another gate here I can open. Go back the way we came in and I'll let you through. Good God. Thank you.
Охуенно, я с выключенным микрофоном, блядь, тут вещаю. Спасибо, что написал. Заебись, играется, блядь. Да, без аптечки тяжко. Это что, блядь, за звуки? Да я просто не понял, ты смотришь, не смотришь, что пишешь? Давай, блядь, пиши, когда ты там начнешь, что ли? Хуй знает. Прыгнет прям сразу. Вы охуели. Пойдем. А, слив, спуск, я понял. Пойдем нахер отсюда. Где баба? Баба где? Ай, не понял. Так, окей, а мне куда? Мне куда? А, я не понял, подожди. А, вот лестница. У меня аптечек просто нет, сейчас начнешь с ним файтиться. Да ёб вашу налево. Dark Souls, блядь. Да, тупая анимация, когда ты его уже уронил, а он еще раз, ему надо его уронить. Больше взять не можешь. В смысле? Копик-топ. Это, блядь, копик-топ. Ну, пойдем шмальнем в тех пацанов. Че, зря что ли патроны? А вот и женщина наша. Отлично. Где это говно? Вон оно. Стоять, блядь! Полиция. Заплати налоги, спи спокойно. Все? Один лосось помер? Я надеюсь, это патрон для дробовика. Блять, это для пистолета. Ну ладно, пойдем, женщина. Бля, где дверь-то? Бля, нам идти некуда, тут двери нету. Дырка есть. Дырку не пускают. Тут нихуя не понимаю, куда. А, вот дверь. Что ты там увидел? Подожди. О! А, нихуя, эта дверь открыла. Нам туда? Нет. Нам сюда? Да. О, зашумел. Телефон. Что там, что там? К
каким хером тут эта машина оказалась? Вот скажите мне, пожалуйста. Короче, туда нельзя, нам только сюда. Я думал, ништяки, может, найдем хорошие. Аптечек. Бля, что нахуй начинается? У вас тут не главная сливная камера, а как будто это. Ничего хорошего нет. Не знаю, мне тут стоять. Видимо, тут. Ай, блядь. А, я понял. Бля, там что, еще один присоединился? Да уебать, вы что? Алло, блядь. В очередь. Вы чё, совсем что ли? Пизданутые, бля. А, ништяк у меня, кстати, отобрали тогда. Эликсир этот, который я нашел. Алекс, there's just no way to open the gate from this side. I'll head down the tunnel. Да иди ищи. Очередь, черти. Хотел крутой кадр сделать. Сейчас сделаем. Пушечка. Разделываю.
Подожди, я ж уворачиваюсь. Твою мать, что там произошло? Блять, и что мне теперь делать? О, блядь! Твою мать! Ага, спасибо. Нора Хэллоуэй сидит на ступеньках. На ступеньках мэрии. На ступеньках сидит. И она в книгу глядит. Опа. О боже, Рацелли. Повсюду так много крови. Надеюсь, она выжила. Я должен найти ее. Пойдем. Я Машке твоей ссылку скинул. Пусть посмотрит. Вдруг зайдет. О, я прямо у дома вылез. Алекс, ответь, ты меня слышишь? Уиллер, are you all right? Уиллер, ты в порядке? Эй, бывало лучше, но все в порядке. Да, мы разделились, теперь я ищу его. Где ты? Я сейчас уезжаю со станции на поиски Фитча. Слушай, мы должны держаться вместе, встретимся в его кабинете. Блин, я не успел. Боже, я надеюсь, Элли в порядке. Фич. А чё, домой не зайдем матушку проведать-то, не? Давай заскочим. Блять. Блять! Да ты, блядь, переключи ты оружие. Здесь ты такой тупой. Блядь, я ебал. Thank you.
О, а домой не зайдешь. Прикол. А я что-то подумал, что у них гараж соединен. Это я уже видел. Нет, не соединен. Еще один. Тихо. Отдыхайте, парни. Еще. Я умер. Да сколько же ваш тут? Смайлик угарный, пиздец. Вообще на Твиче мега угарный смайлик. Ну нет, слушай, их что-то прям много. Может, тут, конечно, есть такая тактика тупо бежать. Это survival horror все-таки. Выживаем. Alex, come in, are you there? Wheeler, are you alright? Я это знаю, да. Можно просто попробовать пробежать. Мне кажется, не вариант. Ой, голову даже отрубил, ничего себе. Вот это расчлененочка. А, озеро Толука, закрытые ворота. Прикольно. Так, нам сейчас направо надо, по идее. Да. Здорово. Простите. Сэр. Сэр. Hey, you. Да, вы. Доктор Фич. Что тебе нужно? Вы в порядке? Чья это кровь? Что вы сделали? Отойди от меня!
150-летие Шепардс Глен. Два больших дня. Дождь на снеге. Еда, игры. Чё-то... Пончиковый танк. Что, блядь? Давай. Шо ты там? В туалетос? Или покуритос? Привет передавай. Похоже, замок словом дверь не открыт. Блять, что тут происходит? Скарлетт Фич в своей спальне со своими куклами. Шкафчик маленькой девочки. Зачем доктор Фич положил сюда весь этот хлам? Закрыто. Деду моему, Оль, иди уже. Блядь, скипи рот. Блядь, ты что, не сдохла? Ключ. Дорогой мистер Фич, я был столь разочарован, что вы не пришли на прием в прошлый четверг. Уже в третий раз за месяц вы не появляетесь в назначенное время. Прошу вас появиться как можно быстрее. Мы достигли огромных успехов за прошедшие несколько месяцев. Я не могу выразить, насколько важно, чтобы приемы проходили регулярно, что поспособствовало бы более быстрому выздоровлению. Надеюсь вскоре вас увидеть. С уважением, доктор Слейтер, заведующий психиатрическим отделением госпиталя Алхимилла. Маленький ключ это от этого? Да. Что мы там найдем? Creepy. Жесть. Ой, это типа дочка. Вау, прикольно. Как в ночном дозоре прям. Все, ёпта, поиграли. Игра вылетела. Thank you.
Да вы, блядь, издеваетесь. Ждем. Вон она стоит. Туда загрузится. А что-то у меня эти иглички не забираются на потолок. Что там, кстати, мы взяли? А, мы здесь это спускали. Воду. Валите от меня, черти. Я ушел. Ну вас в жопу. Да, спасибо, дорогая. Что тут хорошее, чем? Давай аптечку. Ой, я, кстати, в тот раз, походу, не забирал здесь ничего. Дробовику. О, аптечку мне. Аптечку мне дайте. Топор. Мне надо, чтобы топор был. Получилось, да, братан?
сдох. Этого шара. Туда быстро. Чирикнул Морзик. Да как он, блядь, попадает? Я же... Ну это бред вообще! Да, я сейчас забью на эту игру на сегодня, потому что, блядь, нереальная хуйня какая-то тупая. Да, короче, такая херня бывает, как будто игра типа начинает подвисать, и все кнопки начинают через секунду. Нет, это не Steam-версия. Steam-версия была, блядь, забыта, нахуй. Далеко и надолго, блядь, потому что это полный пиздец. Сюда я накидал кучу мега всяких патчей, что здесь хоть более-менее что-то стало работать. Про Steam версию просто забудь. Да не за что. Сейчас я тебе покажу, как называется. Вон, в верхнем левом углу. Буквально недавно обновленная версия. Потому что я до этого тоже играл. И удовольствия от игры не получил. Ну и плюс я накатил решейк. Ой, блядь. Решейт, чтобы стало более четкое все. Да блять, ну что ты за ёб твою медь, топор короткий. Да, реально у него голова из жопы. А на него для решейда, вот видишь, я меняю. Тут всякие фильтры всякие прикольные. А для решейда называется... Короче, забыл, как я там этот сайт называется, где все решейдовские пресеты. Там просто Silent Hill Homecoming ведешь, там будет ультрареалистик. Этот чувак его делал для этого также, для Batman Arkham Knight. Ну, он под этот подходит, тоже круто смотрится. Что ты ее бьешь-то? Давай меня, блядь! Стой, подсечь хотел. Ну, он там всякие фильтрики чуть-чуть накидывает, чтобы порезче была картиночка, поприятнее. Цвета чуть-чуть подкручивает. А то там реально унылое серое, ну прям совсем. Даже для Silent Hill слишком.
Слишком черно-белая картинка получалась для этого. Ну, как FPS как проседал, так и проседает. Что с патчем, что без. Ничем не лечится это. Бля, куда ты? Отдыхай. Да, да, да. Это такая тема у меня была. У меня игра вылетала раз по 10 за час, наверное. У меня просто есть на ютубе запись, когда я ее проходил в первый раз. Это просто трындец. Здесь она, конечно, тоже вылетает при загрузках, но не так часто. Как до этого это там происходило. Не так часто. А так, да, конечно, мега багованная часть. Не знаю, как в нее люди играли, когда она только вышла. Ну, то есть ты можешь прикинуть, да? 23 ноября выпустили последний патч. Люди до сих пор патчи на нее делают. Это ж трындец. Так, мне сюда, да? А сама по себе, на самом деле, игра, ну, по сюжету она классная. Почему ее так хейтят, я не знаю, хотя я все части прошел. Да, Konami с портами у них всегда вообще плохо. Давай, иди, пробуй открывать. Я сейчас побегу назад, а то монстры посыпятся. Слушай, с Dark Souls то же самое было с первой частью. Блять, вот я не понимаю этих поворотов. Я увернулся от потолку. Давайте следующие. Блять, вот пидор. А, он ему всунул. Да сдохни ты. Да, ну тут прям месило вот какое-то лютое. Ублюдок! Да ты отъебись от меня. Так, все, берем дробаш. Сейчас нас будут. Так, мне главное пизды сейчас не получить. Оль, ты вернулась, если, то я тебе объясню, у меня там игра вылетела, и вот заново все. А, он сзади хуярит. Блять. Короче, три выстрела с дробовика. И все. И отдыхай, Джонни. Кто-то. Ну да, это рация ее, это мы уже видели. Единственная Steam-версия, наверное, из таких старых игр, которая реально стала лучше по сравнению с тем, что там где-то раздают, да, это Final Fantasy 9.
на которое можно накатить официальный перевод, в смысле не официальный перевод, но он накатывается только на Steam-версию. Это да. Там Final Fantasy действительно прям. И все у меня там спрашивают, а откуда взять? В Steam купить, откуда взять? Ради такой игры не грех. Final Fantasy 9 вообще по кайфу, блин. Я ее с удовольствием перепрошел спустя 15 лет. Черепашки-ниндзя, ёптать. Ладно, давай, пойдем, у нас тут важные дела. Домой мы не попадем, мы уже проверяли. Нихера, как ты это? Бля. Пиздец, столько патронов и мимо дал. Это, конечно, молодец. Если она сейчас еще раз вылетит, то я точно не захочу сегодня проходить уже ее. Да что ж ты не сдохнул-то, а? В сраку тебе! О, в сраку сразу умирают все. Сейчас эликсир возьмем. Тарарарита-тира-та-та. Ключик. О, еще аптечка. Я в прошлый раз не видел, кстати. Это прекрасно. Блин, ну правда сохранялки нет. Ну как так? Может, двери открылись? Сейчас, если она будет открыть, что будет грустно. Может, отключить эту штуку? Пожалуйста, не вылетай. Та-ра-та, та-да-та-та-да-да. Пожалуйста, ты прогрузись. Вроде бы все нормально. Уже грузится так долго, как будто я не знаю. О, прокатило. Мы в аду. Как у гномиков в заду.
кукла Скарлетт, где ты? Здорово, Лерч. Кукла Скарлетт, кукла Парлетт, ту-ту-ру, ту-ту-ту-ту-ру. Последнее, что я помню, я брал куклу из этого ящика. А нехрен было куклу брать из этого ящика. Кукла маленькой девочки. Да, минуту назад можно было здесь пройти. Да я еще сглаживание включу. Джош, стоп! Главный вход. Парковка для гостей. Точёные. Тобой. Да ёпки твою. Кукла маленькая девочка. Короче, это развели меня, да? Петушары. А, не, вот, скорее спуститься. Надо лечь. Отъебитесь от меня. Да, сосет, падла. Не знаю, я, короче, куда-то попадал, походил, куда-то иду. Куда иду, непонятно. Смотри, выход, а чё? Не алё. А, во. Thank you.
Знаешь, что, Топлер, мне кажется, я проебался. Там надо было какое-то оружие же взять под нее специальное. Что-то у меня такое ощущение. А я его опять не нашел. Да-да, посмотри в инете. Была такая тема. Пожалуйста, соблюдайте тишину. А аптечек тоже нет. Что, каждый раз правильный путь выбираю, блядь? Такого не бывает. О, можно фонарик было выключать. Жми все подряд. Перелезть не могу.
и потушить четвертый и пятый, правильно? Блин, неправильно. Китайская игра зашла, немного схожу с ума. Прикольно. А, вот сейчас остановить и потом уже включить. Все. Сейчас должно все заработать. Все, ништяк. Получилось. Оля, а это по-японски аригато. Ты сейчас скажешь, блядь. Так, а чё у меня отрубился твичок на ноуте? Лера, а не помнишь тот ствол в больничке где-то надо найти, ну, оружие то? Или же это здесь я найду его? Мне кажется, это в больничке. Где-то там прям он был. Не в раковине или что-то такое, я помню. Да, блядь, отстань. Спуск в ад. Классно. Сейчас самый смак, самый, один из самых трудных боссов за историю видеоигр. Блин, не хочу туда идти. Это ж вообще трындец. Это конченый себя режет. Подожди, дай я пошарюсь, вдруг что тут найду. Ничего я тут не найду. Need some help? You're bleeding bad. Don't you touch me! I bleed out the sin. Я искупаю грехи крови, но они снова возвращаются, поэтому я должен искупать. Как хочешь, придурок. Я просто пытался помочь. Ты? Ты ничего не сможешь сделать. You can't do anything. Что здесь делать? Я пришел сюда, чтобы напомнить о себе. Это единственное место, где она меня слушает. Кто слышит? Скарлетт, она здесь? Она сейчас здесь со мной, моя детка. Мое прелестное дитя. Сегодня папочка забыл принести тебе подарок. Она любит куколы. Отдать куклу доктору Фитчу. Скарлетт, кукла Скарлетт, где ты?
Daddy? Papa? Доктор Пич, что происходит? Что здесь творится? Блять, я ее нажал. Каким образом? Вы чё? Было так разминуть, что ли. Thank you.
пиздец. Да отъебись, блядь! Тебя отъебаться, блядь, никак вообще от тебя не отъебаться, блядь. Давай, блядь, давай, дави её, блядь. Куда ты опять убежала, блядь? Ну, пиздец, блядь. Просто тварина, блядь. You're bleeding bad. Don't you touch me! I bleed out the sin, but it grows back. So I must let it out every day. Fine, you crazy fool. I was only trying to help. You? You? You can't do anything. Why did you come to this place? I come here to remind myself. It's the only place I go where she listens to me. Look, doctor. Stop talking like an idiot, and start giving me straight answers. My brother is missing, the mayor's son is missing, and so is Scarlet. I want to know where they are. I don't care about them or you. My princess is the only thing that matters now. Her little hands, pure as porcelain, her smile like sunshine. I want to ask you about Scarlet. What's happened to her? To mention her name? You're not as worthy as one hair on her head. Здрасте, блядь. Блядь, как так? Блядь, заебали эти руки, блядь. Thank you.
Давай! Дави ее! Первый раз увернулся. О, нифига! Я уворачиваюсь, она все равно достает. Ну вот куда, блядь? С тобой драться-то, блядь. Наконец-то, блядь. Да, это все или еще будет? Я не помню уже. Все, наконец-то. Да, когда комп подвисает, все-таки это хуже. Сейчас я что, с третьей попытки ее завалил? Только, пожалуйста, не вылетай. Я помню, у меня в тот раз вылетела игра на этом моменте, когда мы ее убили. Слава богу. Как борьба. А,
это ключик со знаком. Так к бате надо домой. Ну, в смысле, к нам домой. А, в мэрии. А, все, окей, пойду в мэрию. Да, сейчас трубу, короче, нельзя взять. Она где-то вот здесь, что ли, была. Что-то такое, типа. Или здесь. Нет, здесь костыль. Это ж сохранялки нет. Вы что, оборзели, что ли? Так, я перенервничал, мне надо в туалет. Тут, конечно, дичь, что сохранения после босса нет. Так, я поэтому на паузу поставлю, ну в жопу. А то сейчас все сломается. Так, игру не буду сворачивать, это тоже может сломаться. Че, я вернусь? Никита сейчас плавно намекнул. Миш, говорит, помнишь, когда мне было 5 лет, ты играл в трансформеров, а я реально как-то стримил. Там такая дичь. Это он мне так ласково намекнул, типа, что мы завтра будем делать вдвоем дома. А, не прокатит. Я слышу там шаги. Не, ребятки, я вперед иду. Собаки бегут. Не, пацаны. Я успел. Кстати, здесь дверку прорубить можно, я помню. Дай мне что-нибудь сделать уже.
мой прапрапрапрадед Исаак Шепард. Он был одним из четверых основателей, они назвали город его честь. Почему эта картина не на стене? Твою мать. Детский рисунок. А что он там пишет в журнале? Это руководство, фотографии. Рисунки. Мамуля, где же Стивен? Ему нельзя играть. И я печальнее спрашиваю, мами, он был плохим, его наказали. А, вот подпись. Обили, мама, Салли. Что же, тоже провинились? Боюсь, дитя, все так и было. Они все тоже удалились. Запомни это хорошо. Грехи он не простит. Придет с огромным ржавым зубочистым зубчатым клинком, чтоб тебя распотрошить. А если украдут они, то точно, без сомнения, он кожу с них сорвет и кровь стечет в мгновение. Похоже, что-то пытается затянуть этого кролика под воду. Семья кроликов. Три окровавленных кролика. Прикольно. Там даже стишочек теперь получился. Ну, хотя бы про пирамид голову рассказали. Что он как бы за грехи тебя потом. Что это не какой-то монстр, а это, собственно, проявление того, что ты делаешь в этом мире. Я вот помню, здесь сохранялочка была, да? Вот здесь, да? Здесь кто-то вздыхает. Пойдем. Очень старая книга, страницы стрепанные, я едва могу прочитать текст. Чтобы продолжить путь, проложенный предками, еще до нас крайне важно, чтобы люди не забывали об уже пройденном пути. Мы должны постоянно освежать память и заботиться о праведных сказаниях о былом, что не может быть оспорено. Как только знания будут переданы, хранитель заключит себя в узы непорочного святилища. Там он будет постигать историю основателей. Во имя Господа да будет так. Защиту догматов необходимо, чтобы один человек осуществлял кару над членами общины, сошедшими с пути. Эти приговоры должны быть основаны на полном понимании законов и должны исполняться беспристрастно. Исполнение закона не имеет права отказаться от ответственности, возложенной на его плечи. Он должен публично присягнуть, дабы поддержать истины, изложенные в книге. Во имя Господа да будет так.
вот это. Ага. Ручка. Церемонный кинжал. Следуя почившей вере старообрядцев, необходимо, чтобы один человек поддерживал и принимал современные сектантские обряды, ведь мы, не покладая рук, трудились над тем, чтобы созидать и защищать. После получения мантии новоизбранный исполнитель обрядов совершит паломничество в неизведанные земли, дабы очистить себя от грехов прошлого. Там он будет молить предков о прощении и понимании во имя Господа, да будет так. В перспективе создания совершенного пути правилам необходимо следовать, и они должны соблюдаться. Любой член общины, игнорирующий эти указания, будет немедленно выставлен на всеобщий суд. Это обеспечит непрерывное процветание, поэтому крайне важно, чтобы нынешний оружейный мастер не отказался от ответственности, возложенной на его плечи до последнего дня своей жизни. Во имя Господа да будет так. Короче, батя, походу, его был этим всем оружейным, мать его, мастером. Так я не понял, мне сейчас что, в квартиру нашу, что ли, вернулся? Так, а, нет, это не дверь, это вставка. По идее... А, вот картина здесь висела. Да. Ну, пойдем домой. Вообще, я еще на кладбище такие ручки видел. Не валим, Карл, я ничего не слышу, я ничего не слышу, я ничего не слышу. О! Спасибо большое. 666. Падший 666 ангел. Спасибо. О, а в дом зайти нельзя до сих пор. А как мне тогда туда зайти? Может, все-таки не домой мне надо, а смотреть мэрию. Блять, надо было что-то еще в мэрии найти. А я рванул сразу. Silent One Love, да, взаимно. Я просто расскажу предысторию. Блять, уже не помню. 3 года каналу на Ютубе. Все начиналось. Ну как бы на Твиче тоже пришлось начать. Ой, блять. Короче, как только я начал стримить Silent, меня начали смотреть. Все начиналось с первой части, конечно же. До этой части мы тоже дошли. Но она очень плохо работала 3 года назад. Я с 7 лет. Так что нормально. Но только это было какой? 2000... Нет, с 10 лет. Это был 2001, наверное, когда первый Silent Hill был. А, Т-11. Ну, понятно. Тогда с 5 лет это серьезная заявочка. Ой, 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 ой. А какую часть ты последнюю проходил? Я имею в виду, которая на 3-й Соньке проходил. Это единственное осталось. Еще Shattered Memories я не прошел. Не говори, Лера, я до сих пор... Не могу забыть. Это ты потом узнаешь. Я раньше тоже думал, что с нервами все окей.
О, хилочка. А, хилочку я забрал. Бля, что ж мне в мэрии-то еще смотреть надо? Может, к мадам зайти? О, а здесь дымоход не открывается. Блин, я что-то не помню, что мне в мэрии-то еще посмотреть. А, вот здесь ли? Не здесь ли. Музыка здесь приятная тоже. Ничего тут не отодвигается. Еще раз. Здесь мы рисунок забрали. Отодвинули. Здесь картина лежит. А что мне тут еще надо найти? Че он там? Куда он смотрит? Куда-то смотрит, не зачем. Нет, не разрешен вроде. Че он вниз смотрит, подруга? Может, это так прикольно смотреть мэрию, может, больше тут нету ничего. Вроде все осмотрел уже. Что за коробочка? Это книжечка. Пойдем на кладбище попробуем зайти. Валим, валим, Джонни. Да ты ебись от меня. Бля, вы чё, ёбу дали?
Лер, ну ты-то откуда знаешь, там будет бот фиксить мат. Ну чё она бежит? Бля, да что ж. Да бей ты её! Управление, конечно, вообще мега отзывчиво. Течь просто. О, можно этим кинжалом лупиться. Да материтесь сколько хотите. Напомните мне, куда мне идти. Блин. Видимо, сюда, блядь. Заебись, поиграли. Thank you.
дырки. Должен найти другой вход. Где? Думаю, что свет не светит. Здорово. Вы чё, ёп? Здесь уже двое, блядь. Так, я не понимать, где мне входить. Что собака бегает? Посраться. Что нам делать теперь? Куда вообще идти? Смотреть мэрию. Да где там его осматривать еще? Что я там не осмотрел в этой мэрии?
хуйня за мной идет. Нет, далеко. Че я тут не осмотрел? Блять, один вход. Два окна. Две двери. Гондольер этот тут ходит. У меня два патрона всего, но это не вариант. Ну чё, картина лежит, и все, хорошо. Что мне сделать еще надо? Кто-нибудь помнит, народ? Что-то какой-то затуп. На кладбище я хрен знает, как пройти. Домой не попасть. Может, там внизу что-то еще был? Где-нибудь выход другой? Что, я не просек? Растет. Полезу смотреть. Прошел коллекторы. Спуск в ад, вот. Блять, какой-то каменной плите. Подожди. Напротив входа в помещение. Блять, прям вот здесь.
Бля, серьезно, я не заметил. Да ну в топку. Ой, я слепой. Жара. Весь город обегал, блин. Ничего хорошего нет. Да ничего не пропустил, Лер. Я вот весь город оббегал. В итоге мне нужно было ключ тут вставить. А я забыл, что он тут вставляется, и не заметил замочную скважину. Так что я абсолютно ничего не пропустил. Сколько... Не буду говорить. Да пиздец. Я бегал, я все тупики в городе обтыкал, вон. Все оббегал. А мне написано, а смотрите мэрию, там типа подсказки же, когда карту вызываешь, смотреть мэрию. Бегу, бегу. Уже в инет залез, бля, я там просто напротив двери вы сможете применить действие кинжал, типа. Я такой... Ой, о, Resident Evil. Блин. Сидел, печатал. Давай, давай, я редактирую, Лер. Плам, это хорошо. Прям нахуй надо. Ну так, пусть будет. Лучше, чем ничего. Хотя, нихуя толку. Здрасте, ёпт. Да, то есть сюда можно было любой, в принципе, нож всунуть, да? Ну, я так понимаю, мне сюда? Хуякс. О, аптечечка! Или это не аптечечка? Подожди. А, она просто так это долго всегда появляется, как будто катсцена сейчас будет. Эдвин и Хэллоуи. Все, а теперь мне надо каким-то раком. Каким раком? А, вон, мне надо на улицу Баркера выйти, все правильно, к своей хате. Давай сейчас попробуем здесь налево пробраться на автостоянку. Ты же правильно пошел? Ну да. С автостоянки выйти попробуем. Ага. Понятно. А здесь что? Что светит? Прикольно.
Не, не хочу отвалить. А, ну все, здесь все. Труба. Курлык-курлык. Что-то на карте не отмечается, что там все. Ты, братан. Давайте я отбегу просто. Дружище, сходу мне не сходим. Ну, пойдем обратно на кладбище в тот. Это здесь же был с автостоянки вход, правильно? Бамба-лейло, бамба-лейло. Блин, да, где ж та крутая сцена, которая меня больше всего впечатлила? Жесткая это самая. Скоро она будет или нет? Ну там прям... Красиво просто будет пушка. Здорово, пацаны! А еще кто-то странный пришел. Я походу здесь не был, да. Прикольненько, хорошо, что я здесь не был. Оп, ныряй! О, здрасте. Так, мне еще налево, налево. Тут туда каким-то раком, короче. Здорово. А, ну, оп! Ну, попал чуть-чуть, вроде. Так, что у нас тут? Тут. Так, сейчас налево надо будет. Отлично. Подожди, когда? А, вот здесь. Плюс налево. Потом направо. Нет? Здесь, наверное, просто... О, топориком еще, кстати, прорубим. Прикольно. О, пистолет какой-то новый. Нет, ты перезарядил уж капкан. Вот. Подожди, а как его заэквипить-то? А, он поменялся, все, я понял. Так, следующая сохранилка. Это хорошо. Ольга Александровна, ну как вы победили там? Ну
кстати, а что будет, если сюда подойти? Не выпускай. Здесь по классике. А я не хочу с вами драться, пацаны. Да, лагать начинает. И с тобой драться не хочу. Пришли вроде бы куда надо, куда следует. Велосипедики. А вот и домик, кстати, туда забраться нельзя. Я помню тот день, когда мы построили этот домик на дереве. Не очень свежие у вас тут все, ребятушки. Подожди. А в чем прикол? А, я типа просто сюда пробрался аптеку взять. Да, по идее. Подожди. Как мне пройти-то дальше? Что за албанцы? Too silly for you? Do you want to end up like Alex, playing all this
ёпта, бля. Идем в секрет. Вот он, то, что ему виделось. Батька-то непрост. Мясницкий ряд. О, дробовик новый. Ключ от чердака. Чердак. Мама сидит еще. О, до нее, кстати, вода дошла. I don't know anything. Я больше чем не знаю, Алекс, прости. I'm sorry. Ага, вон дверь закрытая. Нет, не она. Подожди. А, ну вот. На комнату. Тот же телевизор, что и до моего отъезда. Я всегда просил купить новый, но отец говорил, что дети не должны сидеть в ящике сутки напролет. Оленчик, оленчик. Пляжечка. Нет, сам всегда выходил из себя, когда мы трогали его вещи. Вот мне это напоминает. Эй, это же я, что я делаю? Привет, Алекс, там написано. Вот, прикольно. О, шкафчик. Я хочу показать тебе кое-что очень важное. Okay. Хорошо. Ты знаешь, что это? Кольцо Всевластия. Это принадлежало твоему дедушке и его отцу, и сейчас я передаю его тебе. Я понимаю, что на вид это просто безделушка, но это самая бесценная вещь из тех, что я тебе когда-либо давал. Она стоит миллиард долларов? Намного больше. Это символ прошлого нашей семьи и нашего будущего. Джошуа, никому не показывать кольцо, даже Алексу. Но я хочу показать ему. Помнишь, я тебе говорил, что иногда тебе придется делать кое-какие вещи и не спрашивать? Это случай. Это как раз этот случай. Да, сэр! Мой малыш. Блядь, начинается, блядь. Это вроде вот так должно быть.
это внизу, понятно, логично. Бля, ну это пиздец. Хером сбросить теперь. Ну нахуй такие задроческие загадки делать? Ну это не загадка, это, блядь, задротная хуйня. Сиди, блядь, крути, поебень.
Бля. Чем мозг сломается? Да это самые тупые загадки, которые можно придумать, блять. Это не сложно, это заебывает просто. Да, пиздец, блять, я рад. Еще и не то. Блять. Блять, где-то что-то, блять, пошло не так, нахуй. Не, как не ебись, я все равно тут появляюсь. Это такой.
какой пиздец. Все, бля, и все, и все. Сука. Пидорство, блядь. Всегда мне это поебень снится потом будет. Опять Срокотаун. И чё, блядь, вернулись к тому, к чему пришли. Как, с чего пришли, блядь. Пиздец. Бред ебучий. Пусть, блядь, берет воду, тут пидор кто это придумал. Все, блядь, не жмется. Сука, теперь это хуйня не получится. Это как вы заебали, блядь. А, бля, эту поебень мне вообще надо наверх отправить. Таким-то, блядь, образом волшебным. И все, и пиздец, ему в сраке, блядь. Срокотаун. Абсолютно бесполезное действие, блядь.
Бля, ну это ебать, это пиздец, конечно. Бля, можно мне заново эту загадку? Я просто сына это, блядь, возьму, как это подвинуть. Это блядь, не загадка. Это тухуятка, блядь. Ебаные пятнашки, блядь, уже за меня заебли. Ну, типа, это неинтересная загадка. Вот, блядь, в первой части, где загадка про то, что нужно было догадаться, что, блядь, количество конечностей, блядь, на... у знаков зодиака... Ну, нихуя она не поменялась, походу. Или вернулась. Не, вроде поменялось все, да? Не, ничего не поменялось. Все, короче. До новых встреч. Спасибо, что посмотрели. Я вертел, сами знаете на чем, эту игру. Блять, сука, давай, блять, сейчас как ее сделаем, блять, ёбаную хуйню. Поебота, блядь, можно как-то это сбросить, блядь. Нет, все, давайте, пока, блядь, я нахуй его делаю.